Всем привет! Это наша любимая игра Клондайк. Ну что ж, у нас продолжается обновление. Мы чистим остров Лунная ночь. Это третье видео из этой серии. Так, ну что, давайте я немножко почищу, подготовлю большие камни. Ой, перестаралась. Я пока отменю, наверное, все помощи. Ой, как мне надоели эти птички, как за ними гоняться, вот это вот. Они летают и летают. Конечно, налетало уже много, сколько бы я потратила. И у меня еще, сейчас покажу, 700 амулетов, 785. Ладно, я отвлеклась от сути дела. Тут 7. Ладно, откушу даже 10. А тут откушу тоже 10. И мне, в принципе, больше нигде откушать, да? Больше и больше камней у меня не наблюдается пока весь. Ну, остров-то еще не дочищен. У меня, кстати, возникла большая проблемка. Кто знает, как ее решить? Может быть, конечно, сейчас я открою, и ее не будет. Но у меня лисы нету. Второй день, и мне нужно покормить лису по заданиям каждодневным. А у меня ее просто нету. У меня было 2 штуки, я их покормила вчера. Я ж не знала, что будет такое задание. Ну, они должны были сделать тогда, чтобы она не кормилась заранее, наверное, пока не достал второй день. Сейчас откроем. Еще одна дамочка осталась, еще один памятник. Если там не будет лисы, то это, конечно, очень интересно. И я каждодневный пройти просто не смогу. А пропускать по 9, по-моему, там, чи по 7, тоже как-то неинтересно. Я понимаю, что у меня изумрудов хватает, но я не... Птичка. Я не для этого их, в принципе, собирала. Есть одна птичка, значит, надо искать и вторую. Вот. Так. Птичка. Птичка. Они меня очень отвлекают, эти птички. Постоянно, правда, летают часто, но собираются быстро. Но это вот артобстрел по ним устраивать, бросать чистку острова и ловить птичек, мне очень интересно, скажем. Видите, у меня осталось, у нас получается по заданию было их 9, надо было найти. Это у меня сейчас как раз я пытаюсь до 9 добраться. 8 я уже достала. Сейчас будет 9. Скоро. Сказать, что остров сложный, нет. Да, камень самый большой, единственный был. Это был один-единственный уголь. Кстати, на острове больше угля я не обнаружила. 150 ударов. Так были камни 100 ударов, 80 и 125. В принципе, все доступно, все реально. И не очень сложно. Не было, по крайней мере, когда-то было у нас, по-моему, 400 чи 500. Тогда я была в шоке. Я, конечно, была удивлена. И на помощь их не поставишь. Да, по 500 были. Надо было самим только выбивать. Ну, ничего, в принципе, повыбивала. Было разнообразие. Так, эту птичку я поймала, а вторую я пропустила. Вот это вот, конечно, неинтересно. Вот тут все не вижу. Улетела моя птичка, синичка. Почти воробей. Так, ладно. Понимаю, что это не синичка, но так, как-то так звучит. Так. Сейчас вот будет доступ к последнему входу, надо будет убрать еще один камень. И можно будет расчищать территорию последней нашей дамочки. Энергетика я немножко привезла. Так, 73 штук. Ну, это где-то здесь. Там, где я не дочистила, скорее всего. Ладно. Будем дочищать, а что делать? Хорошо, хоть не все эти шарики нужно пускать в работу сюда. Те, которые по 30 ударов, можно убирать, птичка, вручную. Птичка, я тебя поймала. Интересно, сколько этих птичек мне всего понадобится. Там же тоже какое-то ограничение. Я подарки пока не меняла. Я закончу расчисткой острова полностью. Время еще есть, еще 5 дней.
Поэтому я не особо не спешу. В принципе, если бы уделить игре так часа 4-5, то можно было бы, конечно, сразу за один день этот остров и выбить. Ну, играю так по чуть-чуть каждый день, когда есть возможность. Поэтому так оно и чистится. Так, а сколько мне еще не хватает? 15 штук. Это где-то одна стоит, прячется от меня так. Невзначай. Ладно. Все равно все чистить. Какая разница? Сейчас, позже. Так, 30, 40, 90. Я сейчас уберу это вот красоту. Уберем большой камушек, чтобы не мешался. Надо искать, получается. Последний кустик. Так, что-то у меня подвисла игра. Ну что ж, я нашла последнюю недостающую часть. Обратите внимание, если все почищено, кроме последней части, 92% острова уже расчищено. Ну что, открываем. Так, и... Ой, птичка, опять птичка. Вот я нашла на 30, его можно убрать так. Где вторая птичка, пока она убивает? О, есть. Прекрасно. Так, и чуть-чуть поможем. Ну, есть. Хорошо, что бабахов хватает. Стало 65. И какую-нибудь еще захватим. Часть, конечно, убираем при помощи здания. А часть убираю так. Так быстрее. Все равно для расчистки островов я стараюсь бабахи не тратить. Поэтому будем тратить их сюда, чтобы быстрее закончить все на этом острове. Я вижу еще три больших камня. А в этой стороне даже не видно еще. Может, еще есть. Так, у меня плюс 40 с собой есть. Да, есть чуть-чуть. Мне не нравится, что у меня что-то стало подтормаживать игра чуть-чуть сегодня. Птичка. Птичка. Так, плюс 80. 20, 30, 40, 80. Убираем. Будет что-то компаньону, наверное, оставить расчистку или саму уже выбью, не знаю, посмотрим. Сейчас пока мы давайте проложим туннель к дамочке. Дети, последнюю дамочку сделала, получили за это интересный подарок. Ну, кстати, волк не обнаружен. И что мне теперь делать? Напишите в комментариях. Может, кто-то что-то может подсказать. Как мне быть, вернее, не волк, лиса. Где мне взять лису, если лисы уже ни одной нету? И как мне пройти каждодневные задания? Я думаю, что на этом я видео могу заканчивать. А остров буду подальше чистить. Расчищать уже буду полностью. Тут уже осталось немножко, 7% всего. И остров будет расчищен. Я потом сниму видео по полной расчистке острова. Подарок, что за это дарят.
Хотя мы можем с вами сейчас быстренько съездить на домашний остров. Сейчас я это возьму. Два по 100 заодно уберу. Так, 30. Сейчас 40. 43. 93. Сейчас быстренько добавлю энергии, чтобы брать два камня на 100. Обратите внимание на наш подарок. Лунный страж. Нам его подарили. Так, поставим его сюда. Он хочет лунный камень. И моментально собирает продукцию из животных и фабрик. Интересно, давайте посмотрим. А у меня есть чего собирать? И... А, у меня фабрик, наверное, практически нету. А животные у нас... В принципе, тоже. Только кролики, но кролики здесь не считаются. По идее, нам такой, в принципе, и не особо нужен, наверное. Фабрик только пару штук работает. Ну, будет красиво. Нам для разнообразия. Подарили, подарили, мы его за изумруды не покупали. Поэтому как-то так. Так, мы энергию не тратим. Мы уезжаем обратно на лунную ночь. Энергетиков я привезла совсем чуть-чуть. Я, в принципе, не знаю, сколько... Ой, у меня тут камень на 150 есть. Вот это, конечно, я растерялась. Так, давайте реально оценим ситуацию. 125, 150, 60, так, 80 и 100. Это то, что я могу сделать сейчас. А, нет, я не буду морочить голову. Я сейчас, наверное, уберу на 100. А потом, когда уже все открою, тогда буду убирать большие. У меня там в запасе много чего интересного на этом складе есть. Все равно вывозить надо с этого острова. Поэтому как-то так. Птичка. Динамит. Ладно. 40. 60. Надо будет оказать помощь, наверное, уже компаньону, я так думаю. Таки да. Сколько тут осталось еще? Компаньона сейчас, видать, нет в игре. Осталось два камня. Она оставила мне 10. 8 мы уже выбили. Так, 40. 90. Выбираем. Осталось еще 5 глыб золота. И птичка, птичка, птичка. Всё. Есть, конечно, вариант с птичками, мне не очень понравился, что надо их все время ловить. Вот это. Это для того, чтобы мы чаще были в игре и ловили птичек, даже если вы все пройдете, а если не наловите сколько надо вам, не сможете все поменять. Придумано оригинально. А вот где мне лисицу взять, я даже не догадываюсь. Что у меня? Чего-то оно подвисает чуть-чуть. В общем, я дочищаю остров. А, видео я заканчиваю. На этом все. Пока-пока.